Валерий Константинович, с трудом перевела с WhatsApp на почту. Получилось 3 письма. Это фото и видео второго урока по сертификации. Дети, сейчас уже догадались, да? 70-я школа, которая почему-то school называют по-английски, вот, которая находится в Кемерово. Вот, это наша Антонина Скугарева, наша с вами. Это человек, который когда-то тоже войдет в историю. Первая и, к сожалению, единственная, вот, которая войдет в историю. И сейчас поймете, к чему я это говорю. Это не просто так. В тот раз я уже показал это письмо. Ага. Потом думаю, нет, это еще не все, разговор не закончен. Дети все помнят и делают то сам сами. На первом уроке я должна возможность поразмыслить. Что значит пословица? Построить дом, родить сына, посадить дерево. Что значит посадить и пересадить? Почему где береза, там лес, а где яблони, то 3. Почему лес вырастает сам, а сад? И самое главное, где саженец приживется, на холмике или в ямке? Все прорисовала на доске. Примерно половина считала, что в ямке тепло, а наверху ветер и мороз. Логично? 1/4 считала, что на солнышке корни прогреваются и дождь не зальет. Так. А 1/4 не могла ответить. На втором уроке рисовали сами и сортировали сами. Конечно, есть и те, кто не активен, а просто наблюдает. Но кто знает, может втянуться, а может им это и не надо. Ну, не всем это, нет, не так. Как каждый садовод – это ребенок, но не каждый ребенок – это садовод. Смотрите внимательно. По проекту, ой, какая умница, Тоня, по окончании школы этим детям вместе с аттестатом вручат свидетельство, вручат свидетельство об участии в проекте и приобретении навыков садовода. Представляете, как потом пригодится в жизни? Если пришлете подстраховочный семенной материал, это будет здорово, гарантия успеха обеспечена. Да, я Железов сам вызвался и сказал, будет 3-я посылка со сертифицированными. Нам неудача, эта неудача будет не просто, она будет всероссийская неудача. То есть не зайдут, значит, нет, все. В России садов не будет. Почему? Вы уже знаете, без детей нам это ничего уже не вытянуть. Я у себя дома так и делал, как вы сказали на вебинаре. Когда косточки проклевывалась, я садила ее в торсионный горшочек, выносила в теплицу, обозначив юг. В апреле теплица плюсовая температура, а ночью обогреватель включала. Когда потеплело, то горшочки были закопаны на участке в землю, как и другие косточки. Поэтому и получился большой процент схожести. Но что я скажу? Ученица превзошла учителя, потому что она сделала более, ну как сказать, более надежно, что ли. Вот. Так. Оттого, наверное, за сезон первогодки, да, ну, посчитайте, 2 метра выросли. Просто увеличен был тепловой период. Вот, кстати, все вот эти вот бесконечные сотни, тысячи садите в мае. А уж про лунные календари, хорошо, сейчас они почти исчезли. Это была такая дурь. Проехали. Я подняла задание о поисках по области семенного материала. Честно сказать, мечтаю встретить груши. Но то деревянное, то чернеет сразу. Вот. Надо с дерева пробовать. Яблоки встречала завезенные с Алтая. Очень даже прилично. Будем стараться. Вот. Ну и знаете как, я не удержался. Посмотрите внимательно. Дети в перчатках – это аномалия. Дело даже не в том, что боятся руки испачкать. Дело в другом. Между нашими руками, вот этими, не смотрите, что на перчатках, так надо. Вот, между нами, это один первый раз это, в году. Так вот, между косточкой и вот этой вот рукой не должно быть никаких преград. Тем более вот такой вот, как эти резиновые перчатки. Если хотите, чтобы они взошли. Это важнейший момент. Важнейший. Подробнее пока не буду.